Еще одной площадкой для праздника стала территория детского сада «Журавушка». О мероприятии и социокультурном центре выходного дня для семей с детьми-дошколятами наш следующий сюжет. Сегодня у нас очень много гостей. Семья – это чудесно, это много друзей. Это чудесные волшебные слова, которые говорятся сегодня. В День семьи, любви и верности в детском саду «Журавушка» провели квест на тему сказок. У нас есть станция «Мария Искусственница», где можно сделать ромашку, символ семьи. У нас есть станция «Папы Карла», где ребята сами могут сделать на дощечках и с помощью гвоздиков чум, символ семьи у наших северных народов. А здесь у нас «Калинов мост». Это одно из самых крупных испытаний, которые ребятишки с родителями успешно проходят. Ребята их родителей встречала Мария Искусница со стихами и Баба-Яга с загадками. Знаете все сказки? Да. А вот я сейчас-то и проверю, как свои сказки-то свои знаете. Гости праздника мастерили поделки, ромашки и чумы, символы семьи и домашнего очага. Игры, конкурсы, подарки раздают, загадки задают, поделки делаем, такие ромашки. Ромашка у нас олицетворяет семью. Раньше дети ромашки дарили любимым членам семьи. Стукни его сюда молотком. А еще участники квеста проходили спортивные испытания. Маленькие северяне выполняли сложные задания, опираясь на надежные руки своих пап и мам. Не бойся, давай, молодец. Вот так. Какой ты молодец! Подобные мероприятия, но чуть меньшего масштаба, проводятся каждую субботу. Социокультурный центр «Вместе веселее», куда входит городской музей и три садика «Березка», «Журавушка» и «Елочка», размещает информацию о встречах в своих соцсетях. Жители ближайших улиц могут без предварительной записи приходить с детьми на занятия. Совместный досуг детей и родителей помогает укреплению семейных ценностей и развитию творческих способностей. Вера Подлова, Евгений Шевченко, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24. 24.